Всем привет! С вами Ралина, ваш обозреватель новостей. Дай 5, если хочешь быть в курсе всего самого интересного. Семья из Колорадо наряжается в экстравагантные наряды, чтобы привлечь колибри. У семейства Клайн из Денвера есть необычная семейная традиция. Родственники не просто устраивают семейные вечеринки, они еще и наряжаются в пестрые наряды. Цель каждого костюма – привлечь внимание птичек колибри. Выигрывает тот участник, которому колибри прилетит в первую очередь. Этот любитель птиц получает приз в размере $200. Неплохо для выигрыша, не правда ли? В португальском городе Анадия лопнули резервуары на винокурне. На снятых очевидцами роликах видно, как поток красного вина течет по одной из улиц. Причина разрушения резервуаров на винзаводе пока не установлена. Известно, что из них вылилось более 2 миллионов литров вина. Кто куда, а я в Португалию. Трехлапый медведь ворвался в дом к людям и напился коктейлей. Инцидент произошел в городе Лейк-Мэри, штат Флорида. Когда медведь появился на веранде, дома находился только подросток Джозеф, который в это время смотрел телевизор. Но первым на появление хищника обратил внимание пес Бруно, который начал лаять. Как выяснилось позже, в дом пытался проникнуть известный в округе трехлапый медведь по кличке Штатив. Хищник пробрался на веранду, залез в холодильник и выпил алкогольные коктейли. Веселый компаньон на вечеринку найден. Галапагосская черепаха со вкусом отпраздновала свой 57-й день рождения. В зоопарке Перта состоялась вечеринка, главным героем которой стал самец галапагосской черепахи по кличке Серра. Имениннику исполнилось 57 лет, и он отпраздновал это событие и со вкусом, и с размахом. Сотрудники приготовили для Серра торт, ингредиентами которого стали и арбузы, и дыни, и цветы гибискуса. Виновник торжества по достоинству оценил угощение и с аппетитом принялся уплетать его. Как говорится, чтоб я так жил. На сегодня это были все новости. Пишите, какая из них вам запомнилась больше всего. Ну а я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся.